Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Чел современный и геймер реальный, виснешь часами в сетях социальных. Гаджетом новым не сбить тебя с толку, чуть устарел, а меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным, можно писать в них и в паблик, и в личку. Неважно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в «Ломбарде Титан». В «Ломбарде Титан». Только в августе в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Конкурент», «Олимп», «Сити-центр». Один человек погиб в результате ДТП в Слободском. Там 9-летний велосипедист попал под колеса водителя УАЗа. Подробности в рубрике «Обзор аварии». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Трагедия произошла в понедельник днем на территории Котельной. Там мальчик с друзьями катался на велосипеде. 56-летний водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на 9-летнего мальчика-велосипедиста, который катался там со своими сверстниками. В результате происшествия ребенок погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается степень вины каждого участника происшествия. Не исключено, что по факту смерти мальчика следователи возбудят уголовное дело. В Советске 27-летний водитель Volkswagen Passat на равнозначном перекрестке не уступил дорогу Ниве. В итоге 67-летний водитель отечественного авто и его 65-летняя спутница получили травмы. Их госпитализировали. В понедельник днем на 67-м километре трассы Киров-Пермь водитель ГАЗа спровоцировал двойное столкновение. Фургон наехал на попутный Volkswagen Passat. После удара иномарку откинуло на встречную полосу, и она столкнулась с другим Passat'ом. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. В Омутнинске на улице Трудовые резервы столкнулись несколько попутных автомобилей. По предварительным данным, виновник ДТП 46-летний водитель «Черри Тига». Он неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего авто. Сначала иномарка врезалась в девятку, а та задела ЗАЗ-шанс. В результате ДТП две пассажирки «Черри» получили травмы. Медики оказали им помощь на месте. Еще одно массовое столкновение произошло в Кирове на улице Московской. Водитель «Мазды» ненадолго отвлекся от управления, после чего въехал в «Рено». Также по цепочке в ДТП попала и «семерка». В этой аварии пострадали только автомобили. В Слободском районе на 10-м километре дороги Гнусина-Шихова у грузовика «Скания» на ходу высыпался гравий. Камни повредили встречный «Форд Фьюжн». Пострадавших нет. Сергей Пичугин, место происшествия.